Устройство армянской атомной электростанции в Медцаморе не позволяет усовершенствовать станцию в соответствии с современными требованиями безопасности для производства атомной энергии, в связи с чем она должна быть закрыта как можно скорее. Такое положение содержится в докладе рабочей группы Еврокомиссии об исполнении соглашения о партнерстве с Арменией в 2020 году. В связи с этим в Еврокомиссии отметили необходимость скорейшего формирования соответствующей дорожной карты по закрытию армянской АЭС. Отмечается, что на строительство новой атомной электростанции у Армении нет денег. У нее не было денег даже на ее ремонт. Все последние работы на станции производились за счет российского кредита. В армянской диаспоре сегодня нет организации, которая занималась бы вопросами экономического развития республики. А это означает, что со временем Армения будет покупать энергию у своих соседей. А для этого Армении потребуется политическая воля. Вариант импорта электроэнергии из Грузии довольно проблематичен, так как Грузия сама зачастую является электродефицитной страной, и продавать энергию будет слишком дорого. Импортировать энергию из Азербайджана сейчас для Армении политически неприемлемо. То же самое с Турцией. Решение о покупке турецкой электроэнергии лежит для Еревана скорее в политической плоскости. При этом Турция тоже пока является энергодефицитной страной, импортером электроэнергии с довольно высокими ценами. Считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков.